В Красноярском крае завершился первый футбольный турнир на призы законодательного собрания. В нем приняли участие юношеские команды из Екатеринбурга, Новосибирска, Томска и, конечно, Красноярского края. Наш регион представил молодежный состав футбольного «Енисея». Они заняли первое место в турнирной таблице. Победители получили призы от краевого парламента. Но самое главное для юных спортсменов – это возможность показать себя на поле и даже войти в основной состав команды. Это ребята, которые уже на подступах команды мастеров, как и у нас, так и вот Екатеринбург, Томск, кто нам приезжал, Новосибирск. И наши две команды порадовали. И я вот по итогам этого турнира могу сказать, что еще 2-3 года и проблем у «Енисея» с резервом не будет вообще. То есть будет конкуренция попасть в состав. Ведь есть и спортивная задача, но есть и задача именно тренировочного процесса, чтобы в боевых условиях, как говорится, поиграть, показать себя. И могу сказать, что несколько ребят вот из нашего дубля и вот этой молодежной команды через дубль уже приглашает главный тренер на сбор.